Вау, здравствуй. Так, 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 где же мы это? Сванетия, регион, место, Местия, верно? Это ли не рай? Переводи на горы медленно, так, опа. Нет, ну я такой специалист. Поселок Местия, да, уникален он своими башнями, которые посмотрим чуть позже. Кстати, температура на улице плюс 20. Что ж, мы пообедали и сейчас должны подняться на гору с качелями. Наверное, я пойду помогу. Ребята, вместе в нашем туре. Чтобы, значит, дойти до волшебной лавочки. Не лавочки, а качель. Нужно подняться в гору. Поднимаемся. А качель не видно. Так, значит, хорошая новость. Мы нашли красивый вид. Лучшая новость. Не одна качель, а две. Это джекпот, но тут есть забор. Поэтому это не наши качели. И мы должны идти дальше. Прошло минут 35-40, как мы поднимаемся. Вот, если вы смотрите данное видео, значит, мы вернулись. Пошли мы не в ту сторону, поэтому не нашли мы качель, но вернулись, повернули немного. Вот они. Да. И значит, теперь самое главное. В чем особенность Сванетии и почему сюда нужно ехать? Смотрим. Несколько видов гор, да? Одни хребты усыпаны хвойными лесами, вторые заснеженные и, конечно же, альпийские поля, да? Смотрите, они зеленые. Три в одном месте, это шикарно. Ну что ж, доброе вам сванетское утро, наступил новый день. И тут так свежо, да, на высоте 1500 метров над уровнем моря, это вау, вау, не передать словами. Сегодня наши планы это посмотреть город и самое главное башни.
Не, вообще сначала надо лапку. Поощрение. За мной Сванецкая башня, еще местные называют кошкой, да, то есть, ну, что-то похожее есть. А, так вот, история о том, были кровные обычаи, которые заставляли жителей городского поселка вместе строить данные башни и прятаться в них. То есть на уровне второго этажа нет ни окон, ни дверей. Подносилась лестница, забирали жители, залазили, лестницу убирали. Опасность, видимо, была большая, поэтому вынуждали строить данные башни. Смотрите, кто идет, ребят. Смотрите, коровки. Возьми одного, принеси сюда. Я шучу. Так, ну что ж, я тоже поднялся. Там для двоих есть место? Да, тут для пятерых есть. Окей, нужно пробовать. Пробуй. Приводи на горы медленно, так, опа. Нет, ну я такой специалист, лучше никому другому. Давай второй дубль. Да. Снимаем второй дубль, первый не получился. Должно быть получиться четко. Да.